Так, я продолжаю запись. Сходим за яблоками. Вес 5,8. Я был в туалете. Мочился. Я повторюсь. Все эти подробности очень важны. По поводу веса. Что кто-то скачет, почему уменьшается. Семьдесят пять и восемь, семьдесят шесть. Так, яблочки я принес на килограмм 5. Там, где я мелкие брал, уже пособирали. Сраненькая кучка осталась, те, которые не совсем кондиция. Ну, мне этого хватит. А пособирали, это хорошо. Не жаль, больше жниет. Вообще, яблок действительно много. И очень много гнилых. Идешь вдоль огородов, там прям кучи лежат гнилых яблок. Ну, на удобрение где-то. Вот. И под деревьями зеленые, но твердые яблоки. Да и по улице идешь тоже. Та же самая история. Мне очень жаль, что столько продукта пропадает. Мне очень жаль, что у меня нет соковыжималки. С этим ничего не могу поделать. Ой. Твердые яблоки я тоже есть не могу. Чувствую, что у меня десны, да? Самое интересное, я запустил два сейчас процесса обработки. Один на видеомастере, а другой продолжается музмейкер. Самое главное, и там идет процесс. Но сейчас на 100% загрузки. Так, время 14:12. По 2, по 4, по 3. Но он не гудит, по крайней мере. Что значит, блин, охлаждение для компьютера? Насколько важно. Очень важно. Можно, блин, делать, успевать 2 раза больше. Буду объединять, значит, видео. Это очень хорошо. Продолжим. 7:24.
комарики на воздушном шарике. Всю ночь меня мужа убили.
Конечно, не самые деревянные, которые я там наблюдал. Но и не самые мягкие, не белые шнаги. В любом случае, надо радоваться тому, что есть. Эти слаще, чем были в прошлый раз. После дождика на выходных.
Сейчас файл закончится. Но она здесь не успеет.